они стали по-другому одеваться, по-другому разговаривать. Хорошая женщина никогда не меняется. И в Союзе она была скромная, и в Америке она не поменялась. Жемчужина, где бы она ни была, она всегда остается жемчужиной, и она никогда не меняется. Дорогие друзья, еще раз спасибо от имени семьи Сулеймановых, Батуровых, всем родственникам. Мы скажем спасибо всем, кто их поддерживал этот тяжелый год. Худобошкур, солицот лиза баникидзуаш, агамирю жены фахат туэтому шоживайлои, чтобы мы всегда встречались с вами в радостные дни. Первое слово перед тем, как...